господи, геранька моя хорошая, цветонька моя любимая. Замурлыкала. Только жила у этого живодера, он тебя, небось, не поливал, всю воду жалел. Живодер проклятый, сейчас я тебя полью. Доброе отношение к домашним цветам не просто предрассудок. С их помощью определяют негативные зоны. Например, если цветку плохо в спальне, переставьте его в гостиную. Не приживается там, унесите в кухню. Со временем растение найдет в доме лучшее для себя место. Говорят, если в доме зимой зацветут летние растения, это сулит неожиданности. С патифилум женское счастье приносит хорошее не только дамам и женщинам. Он укрепляет отношения в семье. Если в доме бывают ссоры, заведите фиалки. Они принесут гармонию, энергию, достаток и благополучие. Помогут решить проблемы с детьми и подростками. Среди фиалководов есть, например, миф о том, что не нужно покупать, покупной материал прирастается плохо, лучше тайком отщипнуть, чтобы хозяин не видел, и вот такой листик обязательно прирастется хорошо. Есть другая версия, нельзя брать листики бесплатно, за них обязательно нужно отдать денежку, и денежка должна быть желтой. То есть в современном состоянии, но это чаще всего 10 рублей. Считается, что и дарить растения в горшках нельзя, чтобы не получить проблем, а одариваемый может отдать взамен любую монетку.